Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу о технике мелодии древних. Такая техника, которая содержит мелодику внутри горла. С помощью форм горла создаются мелодии, а ритм задается дыханием рта. То есть это сочетание техники с задержкой дыхания горла плюс дыхание ртом. Давайте я продемонстрирую и дальше разберем первое упражнение, первый шаг. Вот так звучит техника мелодии древних. Ну и так далее. Как слышно, мелодии задаются горлом, и дыхание ртом поддерживает эти мелодии, задает ритм, воздушность, и от этого создаются очень кайфовые, классные ощущения, медитативные, и также вы немножко проваливаетесь в древность и ощущаете истоки. Ну что ж, разберем первый этап, первый шаг, как играть такой техникой. Делаем задержку дыхания и создаем форму горла. Ай, ай. Далее прибавляем выдох. Выдох ртом. И далее делаем ай, выдох, ай, вдох. Ай, выдох, ай, вдох. Соответственно, ай делается задержка дыхания с напряжением горла. Конечно же, нужно делать сначала медленно, потом убыстряться, либо при вашем внутреннем ритме. Всем спасибо за внимание.